И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик Свитере. Я вот отходил в солнечную комнату. Оп, ктулха. Просто вот у меня в комнате окна на северную сторону, поэтому тут так даже в солнечный день довольно бледно все. Так что я тут питался солнечной энергией. О, какое красивое растение. Я думаю, что это просто у меня сработал Просто графон у меня сработал. Не знаю. Ладно, засейвимся. Что там у нас дальше? Так, ну это было чересчур очевидно. Еще один погибший капитан очевидность. По вине своей очевидности. Так. Сука, ктулху? Ктулха. Туха. Не хочет. Нахал. Да сука! Разброс дроби большой, поэтому сразу и не убил. О, батареечка! Вот это хорошо. Иди вниз. А, это вот здесь вот зеркало было. Так. Возьму-ка я, пожалуй, вот это. Для экспресс... для экспресс-истребления. Так, тихо. Где нах, где нах? Так. Ой, блядь, я со страха. Извините. Так, ну что теперь? Не знаю. А, точно, наверху дверь открылась. О, сука, сука, сука. Бля. Хорошее оружие, только я со страха всю обойму упускаю. Так. О. Еще 15 патронов и заодно открытая дверь. Хорошо. Так, спокойно. Опа! Бля, хорошо, что я это сделал. Так, все в порядке. Пока еще все в порядке, все живы-здоровы. Там никого нет. Засейвимся. Хотя, кажется, уже сейвился. Не помню. О, вид! Я уверен, что это был вид. А, помню, помню. Значит, теперь обратно надо будет плыть. Вот геморрой-то. Так, вот здесь показалось. Ладно, вот здесь вот сейвимся и бежим. О, у нас получилось! Что самое удивительное, у нас таки получилось. У, сука. Откуда ж вы тут взялись-то, блять? Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Какие вы страшные-то. Пора уже перестать пугаться. Сука, ты-то откуда взялся? Тебя не взяли. Тебя вообще тут не звали. Не звали, не ждали. Какая нахрен разница? Forever alone. Ладно. Теперь снова через лес. Ненавижу вот эти тесные лесные коридоры. Такое ощущение, будто бы через сельву, то есть через джунгли Южной Америки пробираюсь. Они, знаете, какие густые, там просто стену из деревьев. Не смейся.
Блядь, да я снайпер. О! Как хорошо-то сразу стало, ё-моё. Ой, тут тоже. О! Вот благодаря таким вот особенностям движка, а не глюкам вовсе, вот так вот можно облегчить себе прохождение. И вам тоже помогаю, не только себе. Так, ну здесь нам ничего не надо. Ёпта, Фантомас, давно не виделись. А, снова. Снова. Здесь вот тоже сейванемся. Бля, ну капитан заебал уже. Ух, что этот капитан очевидность. Я его предупреждал. Предупреждал его. А он меня не слушался. Козел. Ой. Так. Тихо, тихо. Я, кажется, помню это место. Ай, ладно. Что там у нас? Ах, его знает. Не знаю. Ладно. Давайте. Рискнем. О! Так вот, что открылось-то? Камин. Сука, 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 блять. Уйди нахер. Суки, блять. Уйдите, уйдите, мать вашу, сучки. Бляха, муха. Уйди. Бля. Фу, вот это кирпичами знатно просрался. Теперь придется еще что-то из кирпича сделать. Фу. Второй этаж не хватит. От... Сарайчик там построить самое то. Бля. Это же пиздец какой-то. Так. Там ведь вроде какие-то двери вроде были. О, вот сюда. Так. О, точно. Сюда надо. Фух. Уйди нах. Сука, уйди нах. Блях. Сейчас вот бежим тупо, бежим как можно быстрее. Блять! Сука! Сука, открывайся, бля. Так, давай, скорее, скорее, скорее. Скорей, ну же, братюнь, давай, совсем немного осталось. Все, теперь все будет хорошо. О боже. Не, все херово, блять, все херово. Мы попали в то же самое место. Как стрёмно-то здесь. Просто ужас какой-то. Опа, распутье. Не знаю, давайте сначала туда пойдем. Опа. Я возвращаюсь в свой разум. Если. Так, код из 10 номеров. Ты их нашел? Из 10? Вы ничего об этом не говорили. Да что вы, да что вы. Блять. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Да. Ну ничего не поделаешь, придется в другое место идти. Снова насмерть. Да что ж такое-то? Значит, направо, да? Сука, блядь! Твою мать! Бля. Вот это было страшно. Теперь я еще кирпичей насрал, блин. Да вы думаете вообще, что я строить-то буду? Бля. Заколебали. О, я его вижу. А, он там еще один. Кошку вертит.
Сука, сука, сука. Иди нахуй. Так. Иди нахуй. У меня же глюки пошли. Как он тяжело дышит. Херово ему. Ну-ка, там никого нет? Нет никого. Так. О, это место я помню. Оп! Бля. Так. Ай. Ну ладно. На этом месте я... Нет, не кончу серию. Все-таки доберусь до туда. О, так, теперь засейвимся. Берем обойму. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Бля. Ладно, похер. Короче, вы поняли, куда нужно собраться. Вы обшариваете эти квадратики. Вдруг там что-то полезное найдется. С вами был Карлик в свитере. И я пошел прибирать кирпичи. Шучу, шучу. Ладно, до свидания.